Каждый год школьники с нетерпением ждут начала лета, чтобы с головой окунуться в беззаботный мир каникул. И вот он, долгожданный день заезда в лагерь. У ворот мечты выстраивается целая очередь. Все спешат на регистрацию, чтобы поскорее начать знакомиться с ребятами из отряда. Многие уже чувствуют себя как дома. Я езжу сюда не первый год, мне очень нравится, потому что хорошие вожатые, очень много новых занятий, можно найти какое-то свое хобби, познакомиться с новыми ребятами, здесь вкусно кормят, и вообще тут очень интересно. Много времени проводим на улице, общаемся с друзьями, хорошее питание. В общем, лагерь мне очень нравится, поэтому езжу сюда. И в следующем году приеду. Мечта – место, в которое всегда хочется вернуться. Свежий воздух, насыщенная культурная программа, новые друзья, увлекательные игры и спортивные состязания. Радостные эмоции гарантированы. Мамы и папы точно могут быть спокойны. Их дети под надежным присмотром воспитателей-профессионалов. Отдала сына. В третий год он ездит, ему очень нравится. Он ждет лето, чтобы отдыхать. Поехали одноклассники, друзья, очень много друзей он уже здесь встретил, с которыми отдыхал раньше. Ну и, конечно, польза общения, воздух. Ну, конечно, здесь здорово, и мы вообще с Минска приехали, и сюда ездим. С Минска каждый год в Бобруйск в лагерь мечту. Я здесь сама отдыхала в детстве. Лагерь Щадково также гостеприимно принимает более 60 мальчишек и девчонок. После полезного перекуса воспитатель знакомит ребят с правилами поведения и распорядком дня. Досуг отдыхающих расписан по минутам. Для увлекательного и полезного времяпрепровождения созданы все условия. Тут очень хороший бассейн, есть тренер, который поможет, если что. Также тут очень много проходит разных спартакиад, за которые, если ты выигрываешь, дают классные призы. Я впервые сюда приехала в 6 лет, мне сейчас почти 14. За много-много лет все очень изменилось. Появились новые площадки, веревочный городок, сцена. Потом на сцене появилась крыша. Мне здесь очень нравится. Я сюда стараюсь каждый раз ездить. Здесь отлично. Современные спортивные площадки и живое общение отодвигают виртуальные игры в сторону. Юные непоседы уже осваивают веревочный городок и новые тренажеры. Качели и горки – центр настоящего притяжения. Вечером ребят ждет первая дискотека на свежем воздухе. Все мероприятия, которые будут проведены в лагере в течение всего оздоровительного периода, будут посвящены году мира и созидания. Определены основные направления воспитательной работы, составлен перспективный план. Уже известны нам, мы запланировали темы каждого заезда. Всего на летних каникулах в Щадковой мечте будет 5 смен. В Могилевской области планируют оздоровить около 46,5 тысяч школьников. Это на 1500 больше, чем в прошлом году. В круглосуточных лагерях отдохнут почти 19 тысяч ребят. На эти цели средств республиканского бюджета для региона выделено свыше 7 миллионов рублей. Елизавета Липеева, Максим Галионко, Бобруйск, 360.